Нарежечки. Каждую неделю новое обновление на CSGO. Ура! Залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Я, кстати, поеду завтра, прикиньте. Я завтра поеду поступать в автошколу. Подписывай договор. Капец, упейте глазки косые, петь, ну ты чё? А, я уже, типа, что у Пети реально с глазами? Почему он такой? Зрачки, зрачки разные. Вы видите, какой он? Это ужас. А, я нашла школу, я буду подписывать договор. И получается, мне сказали, что с субботы начинаются, по-моему, занятия. Я буду каждую субботу в 10 утра ездить на занятия. Вот. Ну, это занятия, которые в школе, потому что я вообще ничего не знаю, никакие права, никакие правила дорожного движения, я в полный ноль. Я решила, ну, может, я еще не в школе буду заниматься, а, ну, типа, онлайн, посмотрим, как получится. То есть я завтра вот буду договор подписывать и, соответственно, проконсультируюсь, типа, ну, могу ли я там, например, попробовать в автошколе, могу я попробовать, ну... на удаленке, и типа, как мне комфортнее будет посмотреть. Когда последний раз была на боксе? Давно. Ну, не то чтобы давно, дней 10 назад, наверное. Но я вот опять-таки в понедельник. У меня, чтобы вы понимали, в понедельник, сейчас я вам расскажу, что я с утра пойду.